В Урае внедряют систему билингвального обучения с дошкольного возраста. Детский сад «Антошка» стал первопроходцем в округе. Здесь уже третий год работают группы, в которых создали иностранную языковую среду. Песни, игры, а также организация обычных бытовых процессов проходят на английском и французском. Одну половину дня дети говорят на русском языке, а вторую образовательный процесс проходит на иностранном. В результате к школе дети знают язык на бытовом уровне. Чтобы открыть такое направление, в «Антошке» руководству пришлось потрудиться. Как оказалось, воспитатели языковеды встречаются редко. На начальном этапе, когда начинали только учить язык, да, соответственно, было тяжело. Ну, с помощью жестов, там изображений, рисунков мы учили вот как раз язык. А сейчас уже, да, уже легче. Данные педагоги не должны просто учить детей иностранному языку, будь то французский, английский или еще какой-либо, а они должны попробовать погрузить ребенка. Мы выписали издалека наших молодых специалистов.